Родители учеников кадетской школы номер 2 Рубцовска жалуются на разрушающееся здание и бездействие властей. Как пишет Политсибру, состояние школы ухудшается с каждым годом. По словам родителей, участки, куда может упасть штукатурка со стен, не огорожены и могут быть опасными для детей. Как реагируют власти, читайте на Политсибру. Уникальный алтайский строк «Атаман Ермак» продают почти за 4 миллиона рублей. В объявлении говорится, что корабль ручной работы, днище сделано из лиственницы, борта из сосны, внутренние детали из кедра. Колоритный корабль ходил в большой поход по Сибири, по местам сражений легендарного атамана, а в 2019 году хотел совершить кругосветное путешествие. На палубе есть даже две пушки, заряженные порохом. Почему владелец решил продать строк, остается загадкой. Яровое вошло в десятку популярных курортов России. Аналитики агентства Турстат отобрали места, где отдохнуло в этом году больше всего туристов. И выяснилось, что на Алтайском море из-за лечебных свойств воды и грязи спрос даже превысил предложение. В десятку вошли также Анапа, Сочи, Ялта, Феодосия, Светлогорск, Ейск, Алушта, Евпатория и Геленджик. Евгения Доровская, наши новости.